Leapmotor – электромобили и сервисные услуги, которых вы ждали. Китайская компания Leapmotor объявила о создании в Центральноазиатском регионе совместного с компанией Evolution Motors предприятия. Компания начала свою деятельность под названием Leapmotor Car. Уже открылся первый официальный дилерский центр. В церемонии открытия участвовали представители компании Leapmotor, основатели компании Evolution Motors, любители современных электромобилей, известные артисты, работники СМИ и блогеры. Было отмечено, что сотрудничество с компанией Evolution Motors основано на долгосрочных планах. В небольшом автосалоне возле алайского рынка клиентам предлагают услуги по гарантированной доставке и сервисному обслуживанию любых автомобилей Leapmotor в короткие сроки. Evolution Motors компаниямиз 2021-й тасчиларимиз томонидан ташкил топган. Бу кунга қадар компания Evolution Motors была основана в 2021 году. До этого наша компания импортировала и покупала мультибренды из-за границы, то есть всемирно известные марки электромобилей. Можно сказать, что за короткий период мы достигли всех целей и поставили перед собой еще более грандиозные планы. Оптимизацияга yo'l berilgan, shuning uchun e'tibor qaratgan bo'lsangiz, dvorniga ham bitta. Eng asosiy kishilardan bittasi ushbu avtomobilda o'zimiz lider pozitsiyasini bera oladigan jihati orqa sideniyasida orqa spikerni yotqizish imkoniyati bor. Ya'ni buni hozir narxda, buni pozitsiyasi ham klassdan kelib chiqqanimizda biz juda ham zo'r bo'lsa, mana mashinaning yonidan o'zingiz o'tirib turganingizda to'g'ri bo'lasizlar. Hozir buni 680 km/h ekan. Bu kam ekan. Bularni konkurentida 1200 km yuradigan versiyasi bor. Deydigan odamlar borligini hisobga olib, biz o'sha vaqtdan beri 1000 km yuradigan versiyasini ham O'zbekistonga olib kirishni yo'lga qo'yamiz. Компания Evolution Motors, созданная в 2022 году, не только заслужила доверие многих клиентов, но и наладила активное сотрудничество с несколькими престижными банками нашей страны. Компания Evolution Motors впервые оформила официальное дилерство известной китайской торговой марки Leapmotor в Узбекистане. Отныне все модели этого бренда будут продаваться на предприятии Leapmotor Central Asia в Узбекистане. До 2025 года мы планируем построить в нашей стране предприятие по производству электромобилей и наладить выпуск электрокаров этой марки. Она предлагает клиентам все виды автомобилей из любой точки мира по выгодным ценам и процентным ставкам, особенно на условиях халяльного кредита или беспроцентной рассрочки. По всему Узбекистану открыто 13 дилерских и сервисных центров под брендом Evolution Motors. Уже более 100 автомобилей переданы счастливым владельцам.
будущем компания нацелена не только на дальнейшее расширение своей деятельности, но и на создание предприятий по производству электромобилей непосредственно в Республике Узбекистан. Leap Motor – электромобили и сервисные услуги, которых вы ждали.